Всем привет. Напоминаю, что за 1000 человек приз, розыгрыш и приз, приз и розыгрыш. Сегодня такая вот коробка. Скорее всего, регистрейшн. Так, поехали. Хорошо упакован. Так, вот такой вот. Так, вот такой вот. Здесь самый невезучий вот такой вот помялся. Так, ладно, начнем с дешевого, самого дешевого. Около 500 рублей. Ну, такие все видели уже, куча везде. Так, батарейка есть. Не включается. Так, ладно. Идем в следующий. Так. Вот такой вот. Ну, блин. Ни один не включается. Попытка номер 3. Шикарный, вообще шикарный. Так, захватывающие приспособления. Там скорее всего резиночка. Так, плавающий объектив. Подсветка и включение. Привет, пока не включается. Ну ладно, смотрим, что здесь. Он не отключился. Шикарный вообще. Включился и выключился. У меня эта подсветка включилась. Ух ты. Вот это да. Шикарнейший. А, вот снимает. И батарейка села. Увы, не судьба сегодня. Ладно, ничего. Идем дальше. Тогда уж хотел отдельно снять, но ладно. Сниму вместе. Все в одной распаковке.
Так. Ну это все, наверное, видели. Покупайте с собой, стоит копейки, по-моему, рублей 80 или 60 даже. Но работает отлично. Прищепочка на стекло для телефончика вообще идеально. Держит хорошо оливки, колу, телефоны. Так что советую. Так вот, ничего не отваливается, ничего не падает. И последнее, что у нас на сегодня, это, скорее всего, силиконовые чехлы. Такое чувство у меня. Ну да, так и есть. Так, Ford полукруглый, потом Volkswagen новый, нового образца, потом Hyundai. Такие вот чехлы. Volkswagen. Я напоминаю, подписываемся. Лайки ставим, дизлайки. Все, что вам угодно. Спрашиваем. Просим что-то заказать. Закажу. Всем пока, пацаны. Удачи.